Москва, Моросейка, 17. На певный час белорусское посольство у России стало еще и местом проведения Дён Гомельской области в Москве. Теперь, после их завершения, можно констатовать, мероприемство отрымалось. Гомельчане имкнулись представить свой регион максимально полно на трех поверхах делового и культурного центра посольства. Самое головное, начиная от туристичных махчимостей и самобытной культуры. Главная задача Дён Гомельской области в Москве – заключение взаимовыгодных контрактов. Сирот подписанных документов – погоднение по сотрудничеству с Московской гандлево-промысловой палатой, Российским центром аналитики и деловых контактов, технопарком Строганова и один из самых великих – об будовництве в Улеческом районе завода по вытворчести торфа сапропелевых сумесей для землеробства и кормовых добавок для живелогадовли. Замежный капитал теперь появится у еще одной сферы экономики Гомельской области. Крупные проекты, такие как в сфере нефтяной, металлургическое участвует российский капитал. И он не только с территории Москвы, Московской области, но и с крупных других городов и регионов Российской Федерации. И это говорит о том, что люди, бизнес не боится укладывать средства, Беларусь не боится вкладывать в экономику, потому что они действительно чувствуют себя на нашей земле, как своей земле. Дни Гомельской области в Москве отрымались мероприемством сапраўды международного уровня. С экономичным и культурным потенциалом региона ознайомились министры Евразийской экономической комиссии, послы и работники дипломатичных миссий с больше 20 краин света, у тым ліку Австралии, Аргентины, Бахрейна, Индонезии, Ганы, Шри-Ланки, плюс представники амаль 30 российских регионов. Мы, естественно, за то, чтобы развивалась наша промышленность, за то, чтобы укреплялись связи с другими государствами. Мы в том числе, конечно, с Белоруссией. От Москвы до Гомеля каля 800 километров, але гэтая адлегласць зусім не перашкода для ўзаемавыгадных контактов, при тым, что белорусский регион увогуле нядрэнна вядомы сярод россиян, у тым ліку сумесной гісторыі и сумесными программами, якія реализуются зараз. Я хочу поблагодарить руководство области за ту неизменную и плодотворную работу по укреплению российско-белорусских отношений, за активное участие в программах российского союзного государства. И я хочу пожелать процветания, ну, Беларуси в целом, это само собой, но в данном случае мы говорим о Гомельской области, поэтому я хочу пожелать процветания Гомельской области. А прича того, Гомельская область користается попытом у россиян еще и как место, где можно добро отпочить и отримать якостную медицинскую допомогу. Подчас дён региона в Москве интерес проявляют еще некоторые московских туристических фирм. Перемовы завершаются подписанием погоднения об сотрудничестве. Прямо здесь были достигнуты договоренности как у наших санаторно-курортных организаций, которые расположены на территории Гомельской области. Можно сказать, только санаторий «Серебряные ключи» заключил сегодня 4 соглашения с туристическими предприятиями города Москвы. Особенный блок культурной программы – выступление лепших артистов региона. Народная артистка Беларуси, лауреат премии «За духовное одражение» Галина Павлянок, заслуженная коллективы «Свояки» и «Гомель», лауреат международных конкурсов «Трио Лирица». Тут же у деловом и культурном центре белорусского посольства у Российской Федерации выстава «Народная икона Гомельщины» с коллекции Паласово-паркового ансамбля и «Неглибские ручники» с Ветковского музея белорусских традиций, плюс город мастеров и мастер-классы от ремесленников из разных регионов в области. Это вот на всю ширину рушник, а мы потом его разрезаем напополам, и получается маленький рушничок на такие иконки, на теперешние, вот на маленькие. Такие иконки 20 на 30, сейчас же больших нету икон. Вот так таковых, когда у нас в деревне большущие иконы стоят на ковте, а сейчас маленькие. Вот мы на эти маленькие иконки ткем такие рушники разрезные. И красиво, и во всяком случае узорчики маленькие, очень хорошо смотрятся на маленькой иконке. Удельники Дён Гомельской области в Москве кажут, что программа оказалась настолько насыщенной, что навод полновартостной экскурсии по российской столице провести не отрымалось. У тем, что этот город здольный уразить любого гостя, переконывать никого не треба. А лишь и задача делегации Гомельщины была зусім иншей. Развитие кандово-экономичного и культурного сотрудничества на основе взаимовыгодных интересов. После завершения мероприемства и подписания целого шерогу погоднений можно казать, что поставленная мета досягнута. Москва не только столица Российской Федерации, это буйный деловый центр, где уважливо относится до всех потенциальных партнеров. После проведенных тут Дён Гомельской области, список контактов у местовых предприемств и организаций стал еще больше. Олег Сентеров, Евгений Макеенко, телерадиокомпания «Гомель» из Москвы.